Область. Представляем спортсменов. Активно синему. С красным поясом. Зубенко Мария, Брянская область, первый юношеский разряд. Синим Сабитова Виолетта, Московская область, третий спортивный разряд. За ними готовятся Пастушенко Варвара, Орловская область, Скрипникова Надежда, Курская область. По синему. Стоп, стоп. Замечание красному. Боковой судья Лепков. Бал синему. Бой. Удар в защиту. Замечание красному. Выход за пределы ковра. Бал синий. Предупреждение. Бал синий. Красный. Первая техническая синий. Бал первый красный, да. Бал синий. Догоняй, догоняй. Бал синему. Длиннее бей. Бал синий. Бал красный на туловище. Бал синий. Да, конечно. Идет красный на голову. Бал синий. Бал синему. Медленно, чем бьешь, больше ударов. Не побороться надо. Бал синий. Не побороться надо. Два балла бойцу с синим поясом. Бал красный ногой туловища. Вот так. Бросок, активность красный. Бал синему, стоп, стоп. Веду снятие секундантом бойца с красным поясом. Четко, нога. Давай. Корпус голова, нога передняя. В этом поединке победу одерживает боец с синим поясом. Удар в защиту. Ну, бал синий. Побыстрее бей. Руки выше. Встречай прямой ногой, встречай. Бал синий. Подальше отпускай. Руки выше. Все, все, ближе. Руки не опускай. Бал синий. Свободнее. Бал синий. Нет, это есть на другой стороне. Ближе. Бал синий ногой в туловище. Работай, ремень еще есть. Даже ножку дай один раз. Бал синий, ногой в туловище. Представляем бойцов. Бал синий, рукой в голову. Не стой. Один бал. Время. Стоп. Судьи, подойдите, распишитесь. Продолжаем. Побыстрее. Стоп. 3-12 было. Да все, не 3-0. Не тупи, не тупи. Остановить встречу. В этом поединке за 2 минуты 10 секунд победу ввиду явного преимущества одержал спортсмен с синим поясом Сабитова Виолетта. На ковер приглашается 60 килограмм Пастушенко.